Чудаки, не вы. Бойко Кляева Мишутки и Емельяненко Сашка. Жду серьезно я, без шутки. Опца-дрица, опца-ца. На боксерском-то на ринге, на глазах честной братвы. Разойдутся, размахнутся землерусской той сыны. Бой с перчатками назначен, по боксерским правилам. Скажу прямо, озадачен, как же Миша справится. Да, большой он и умелый, сильный, умный, рекордсмен. Только в боксе он незрелый, Сашка сделает жульен. Справедливости той ради нужно шансы уравнять. Миша может ведь ударить, но Сашок будет петлять. Только если Саша пьяный приползет из отделения, вот тогда закат багряный Миша даст без затруднения. Ну чего там говорить, разводить руками. Бой назначен на ноябрь, посмотрите сами. А вообще сидит сомнение у меня в душе, что бойцы заранее спелись на пивном ковше. Заработать хотят грошей, лайков под видосами. Так-то хайп пошел хороший с этими матросами. Поматросят всех и бросят, честолюбие потешив. И народ уйдет, забросят, к тем, кто более успешен. Клоунов полно сейчас на просторах нетовых. Жми по жизни ты смеясь, ведь с иммунитетом ты. Отделяй зерно от плевел, мух гони с котлет. Лучше книги ты читай, мой тебе совет. Будьте здоровы!